школа селективная, очень такая как бы серьезная, и не все можно снимать, и не всех можно снимать. Вот так. И вот поступить сюда реально сложно. Здесь всего отдается, ну, скажем так, несколько мест для русскоговорящих. Один из лучших артов вообще в Англии. Селективное. Попасть сюда реально сложно, но можно. Всем привет! Я сейчас нахожусь в Bishop Stratford College. Это значит колледж, который находится всего в 15 минутах езды от аэропорта Станстед. А Станстед — это один из лондонских аэропортов. То есть реально от школы добраться до Лондона, до центра Лондона, вы можете всего за 40 минут. И в другую сторону, в другом направлении, Кембридж у нас. А до Кембриджа всего 30 минут. Бассейн, и здесь очень сильное плавание. И здесь, к примеру, тренируются ребята, которые представляют олимпийские команды своих стран. Два парня тут из Марокко, они в Марокко все повыигрывали. Еще девочка одна, там, Виргинские острова, тоже в Олимпийских играх представляла. Что еще мне нравится здесь в местных школах, то, что, к примеру, если вы занимаетесь спортом, ну, допустим, да, плавание или теннис, если вы как бы просто занимаетесь спортом, то у вас будут тренировки, ну, скажем, два раза в неделю. Но если же вы там какой-то элитный спортсмен, как они называют, то у вас тренировки будут каждый день, под вас специально будут сделаны программы, плюс для вас приглашают тренеров. Вот здесь, к примеру, по теннису ребята соревнуются в национальных командах, и для них специальная и питание, и тренера, и программы. Вот это круто. Что нужно, чтобы попасть сюда? Ну, во-первых, подача заявок, ну, она где-то как бы за год. И вот уже на следующий год, на определенные года, просто нет мест. И еще важный очень момент. То есть вот мне директор, да, говорит, что он часто сам может как бы общаться с детьми. И есть дети, которые как бы очень-очень сильно сильны в каких-то науках, но он говорит, что они именно как бы вот такие академики, они как бы именно вот только им интересна учеба, учеба, учеба. Но он говорит, что они не ищут только таких детей, они ищут детей, которые будут встречаться с челленджами, которые будут пробовать разные вещи, которые будут также помимо учебы еще вовлечены в спортивную жизнь школы, в какие-то клубы, то есть такой вот как бы socializing, ну то есть как бы общение, какой-то движняк. Вот эти все моменты очень важны. Инвестиции в школе. Я вот сейчас нахожусь в одном, да, из бординговых хаусов. Всего их, по-моему, 6, по-моему. Вот это вот один домик для девочек. Ну, как сказать, домик. Дом, да. Один для девочек, там еще дальше еще один дом. Значит, вот в эти два бординговых дома вложили 10 миллионов фунтов. И тут еще одно здание рядом. Тоже идет реконструкция у здания. И, значит, там целый проект гигантский на 14 миллионов фунтов. Отдельное
здание есть, и здесь все посвящено арту. То есть тут несколько этажей. Арт — это искусство, да, кто не понял? Что вы должны понимать, да, что здесь, когда вы делаете искусство, это не просто там да, рисование, или там, ну, как у нас, да, акварельки в мольберте. Да, здесь это вы видите, это вот все, это тут и скульптура, и архитектура, и фэшн, и, ну, то есть, как бы, это целое здоровое такое, большое направление. Я думаю, вы не знаете, а в Англии есть организации, которые занимаются инспекциями учебных заведений. И вот здесь больше 3000 школ. Хедмастер, то есть глава школы местной, он также является инспектором. Инспектором, и они инспектируют школы по всей стране. Он и еще у него коллеги есть, которые также занимаются инспекциями. Глава школы, хедмастер, он закончил в прошлом университет Дарем и университет Кембридж. Два топовых вуза Великобритании.